Всем привет, дамы и господа, с вами Неломоб. Мы играем сегодня впервые в игру под названием Dust Wind, что в переводе означает «пыльный ветер». Пыльный ветер, то есть такая какая-то буря, что ли. Мы видим с вами такое изображение, такое красивое изображение постапокалипсиса. Три человека, лучник, какой-то пулеметчик и женщина с сильной такой грозной саблей. Я впервые в эту игру играю, и это будет как будто бы обзор. Мы пройдем обучение этой игры и посмотрим, как она вообще нам зайдет, не зайдет. Можно будет еще поиграть. Так, клацаем обучение. Кооператив. Неторопливый режим игры, в основе которого лежит командная работа и тактический расчет. Если поспешишь, умрешь, не успев крикнуть Лерой. Что хочется еще сказать? На протяжении видеоролика будут вставочки кусочков кода, соединив которые в кучу, вы сможете получить бесплатно ключ этой игры в Steam. Разработчики подарили парочку ключей. Возможно, если будут еще у меня видосы по этой игре, то я буду еще и ключи разыгрывать. Вот, это один ключ, то есть кусочки из ключей, там, по-моему, 4 штуки, их соединяете в кучу на протяжении видеоролика, и потом в Steam активация происходит. Знаете, как активировать, надеюсь. Кто не знает, то ищет в интернете, как активировать ключ в Steam. А что еще сказать хочется? Ссылки в описании на плейлист, на мои всякие вспомогательные ресурсики, которые могут помочь мне, каналу, в развитии и, в общем, нашей всей неломопии. Итак, поехали. Загрузка карты. Пыльный ветер загрузился. Пропуск глав. Так, здесь я вижу, что я уже кое-что с собой загораживаю, и поэтому я себя спущу вниз. Так, здесь можно пропускать главы обучения и перематывать их назад. Попробую пропустить главу. Пропустить главу. Так, значит, это наш главный персонаж. И с первого взгляда, я не знаю, есть ли тут у меня на канале такие алды, которые шпилили игру под названием Fallout. Именно Fallout, первые части, там первая, вторая. Вот там именно такая вот стилистика была графики. Можно одновременно менять масштаб и вращать камеру, удерживая колесо мыши, перемещать мышь в любом направлении. Нажимаешь мышкой вот так вот. То есть 3D-шка, 3D у нас. Так, прокручивай колесо мыши. Прокручивать. Вниз-вверх, вот. Прокрутка экрана. Прокрутка экрана. Подведи указатель мыши к краю экрана. Чик, 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 чик. Обучает нас. Так, глава пройдена. Загружаем следующую. Жук. Так, что нам там показывает? Ой, мы немного заигрались. Если с камерой что-то пойдет не так, нажми Backspace для возврата к своему персонажу. Опа. Так, есть момент. Чтобы переместиться, щелкай сюда. Оп, 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 оп. Так. Двигай сюда, не бойся. Идем сюда. Так. Твой персонаж сейчас автоматически атакует ближайшего врага в радиусе действия. Щелкай по врагу. Откинься в кресле и наблюдай, как персонаж делает свою работу. Расслабься и получай удовольствие. Got it. Continue. Зомбаки нападают. Можно поближе. Так. Одиночный. Глава пройдена. Четенько. Так, ну в Fallout там надо было сам прицеливаться там еще. Атаковать в ближнем бою так же просто, как и стрелять, только нужно подойти достаточно близко к цели. Не щелкай по врагу, щелкай по земле рядом с ним. По врагу рядом с ним. Видите врага? Я пока мест не вижу. Воу! Воу-воу-воу, щелкай рядом. Вам. Цоркнул его. Щелкни рядом с врагом. Нажал. Что теперь? А теперь время быть ниндзя. Используй скрытность, чтобы стать невидимкой. Невидимость не вечна. Тебя обнаружат, если будешь слишком долго находиться в поле зрения врага. У скрытности нет никаких минусов. Всегда используй, если у твоего персонажа есть этот навык. Чтобы получить невидимость, не нужно приседать. Стань невидимкой, побеги и разруби противника вдвое. Клавиша X, либо же эта кнопочка. Я полностью невидимым. Чик, я полностью невидимый. Я теперь как ниндзя. Он меня не видит. Чук-чук-чук-чук. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Иди сюда, сейчас я тебя. На. Щелк и вырубил. Глава пройдена. Так, щелкни, чтобы открыть дверь. Поехали, открываем. Open the door, open the door. И чтобы отбросить райдера пинком. На, Спарта. Глава пройдена. Опа. Твой инвентарь, копье. Что здесь теперь? Нажми Ctrl, чтобы подсветить все шкалы здоровья и используемые объекты. Попробуй Ctrl удерживать. Огнемет. Ух ты. Винтовка. Укус змеи. Теперь собери не менее 3 единиц оружия. Огнемет возьму. Винтовка. И помповик. Теперь собери не менее 3. Я вот хочу третий взять. Это не разрешают.
Квадробум там какой-то. Следующая глава. Жук. Ой, кто-то воняет. Можно собирать предметы с мертвых тел из ящиков. Переносить предметы в инвентарь можно по-разному. Щелкни забрать все, чтобы взять все предметы. Перетащи предмет в инвентарь и щелкни по нему дважды. И выбери количество. Щелкни по предмету для переноса. Так. Нажимаем. Чик. Чик. Забрать все. Автомат и какие-то патричи. Берем. Перетащить. Выбросить. Готово. Опа, чик, перезарядочка. Так, щелкни левой правой мышки, чтобы переключиться на очередь. Очередью можно нанести урон нескольким целям. Так, так, щелчок правой кнопкой мыши. Двигай сюда, чтобы убить райдеров. Оп. Так, внимание, очереди и прочие атаки по площади. Дробовики могут задеть и союзников. Понял. Так, выбери навык медицины. Щелкнуть. Так, хилим соратника. ХПшка восполнилась. Нажми Q, чтобы быстро подлечиться. Серьезные травмы отображаются на портрете персонажа. Так, некоторые из них лечатся с помощью специальных медицинских средств. Все раненые залечиваются естественным образом в течение длительного времени. Чик-чик-чик, на Q подхилил себя. Глава пройдена. Так, игра на паузе. Нажмите И, чтобы устроить этому райдеру Спарту. Я его, короче, туда вниз сбросил. Спарта! Да, отсылочка. Так, А, чтобы увидеть раскладку управления по умолчанию. Жук, клавиатурка. Или Escape, чтобы закрыть раскладку управления по умолчанию. Понял. Так, ну я все клавиши, ну H, короче, понял, H, двигай скрытно, я умею скрытно. Скрытно недоступно, меня слышат, а здесь, о, тут не слышат. Поджег его. Тихо, еще бегут. Поджигай. Забрать все. Вантус, стыбрил, какой-то этот самый. Так, все, забрал. Огнемет. Двигай сюда. Где я? Вот я. А я все могу, все еще что-то забрать. Надо их двое было. Кортик забрать все. Этого я облутал. Слушайте, я лучше все пособираю. Добро. Ух ты, лук. Берем все. Так, идем дальше. Двигай сюда. Чип-чип-чип-чип-чип. Кто такой? А я тебя не видел сразу. С огнемета их выжигаю. Огнемета кончились боеприпасы. Давай его выбросим. Сначала открой инвентарь. Подожди, тут надо залутать у него все. Куда выбросить? Выбросить. Чик. Типа в сторону куда-нибудь. Выбросил. Глава пройдена. Следующую загружаем. Так. Щелкните по двери, чтобы ее открыть. Скрытность включу. Черт, дверь закрыта. Взломай замок. Щелкнуть. Опа. Взломщик. Взламываем дверь. Что там крутит, мутит. Открой дверь. Все, взломал. И такие навыки у меня есть. Так, что? Щелкнуть. А, это гранату сейчас буду кидать. А ну-ка. Закидывай. Вот это их там раскинуло, слушай. Закрытая дверь. В текущей главе обучения это делать нельзя. Не понял. Что, еще кинуть гранату? Десмены предмета. Правой кнопки мыши. Ага. Есть еще такая граната. Давай, эту даем. На, еще одну. Черт! Беги! Я сейчас тебя... Блин, я сейчас умру. Глава провалена, перезапускаем. Так, правой. Я подошел, значит, криво. Надо, чтобы была зеленая. Вот это, видите, она добьется от стены. Физика. Вот туда ее. Бум. Поджег. Щелкнуть. Что еще тут щелкнуть надо? Еще подожечь? Или с ноги? Дверь с ноги. Цель потеряна. Подожди. Этого сделать нельзя. А как передвигаться теперь? Щелкнуть. Ой. Ой, у меня... Ой, я тут подошел плохо. Я не могу перебросить. Escape. В текущей главе обучения это делать нельзя. Я и что? Я подойти могу, отойти не могу? Это плохо. Я сейчас провалю миссию. Просто escape.
щелкнуть гранатку. Видите, что произошло? Я сейчас в стенку ударю ее. Вот туда могу кинуть. Туда не могу. О, тихо, тут был угол определенный. Может, вот так получится? Эх. Щелкнуть. А вот так кинуть как-то получится. Для смены предмета. Только вот эти могу кидать. Они не долетают туда, куда мне нужно. Вот, блин. А может, в эту стенку как-то можно закинуть? Я только себя сейчас сожгу. Я сейчас провалю снова задание. Что, вот так? Тоже на стенку куда-то попал. Щелкнуть. Вот эту. 7 гранат осталось. Ладно, поджигаем себя, значит. Горим, горим, ясно. Эш. Девочку нашу Эш. Перезапускаем. Нельзя двигаться с места. Я понял, это моя ошибка. Гранату. Держи, раз. Держи, два. Загружаем следующую. Сразу нормально кинуть надо было. Начни куда-нибудь двигаться, нажми на букву S, чтобы мгновенно остановиться. Оп. S. Прерывать любое действие, не только движение. Но сейчас попробуй опять прерывать движение, так как в основном для этого она и используется. Начни куда-нибудь двигаться, затем нажми S, чтобы мгновенно остановиться. Ну, вот вверх клоним. Оп. Так, что тут такое? Увидев врага, нажми S, чтобы остановиться. Бам. Ху. Нормально. Так, что теперь? Бум. Есть. S нажал и бахнул его с дубинки. Так, что теперь? Пробейся через райдеров и доберись до двери гаража. Не щелкай по врагам, это важно. S. Нажми S, чтобы остановиться и убить замеченного противника. Используй скрытность клавиша X. Поменяй гранаты клавиша 2. Используй оба оружия. Активируй режим стрельбы очередями клавиша D. Восстанавливай здоровье после ранения клавишей Q. Ищи вокруг оружия получше с помощью Ctrl. Посмотреть. Боже ты мой, вот это задача. Вот это задача. Так, скрытность. Двери. Идем. Бум. 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 Стреляй, стреляй. Так, как там хилиться там было, а? Этим. Q. Лечим. Самолечением занимаемся. Не успели ко мне подойти. Так, этого лечить не надо явно. Надо его залутать. Забрать. Еще кто-то бежит. Бум. Как там было на очереди переключаться? Перезарядка режима огня буква D. Очередь. О, а ну-ка. Вантус, что ли? О, вантус. А что они вантус с собой носят все? Сейчас тут залутаем все. Ух ты, какой-то червяк. Идем сюда. Забираем, забираем. Опа, сундучок. Берем и огнемет. Импульсная пушка. Так, как там надо было в инвентарь зайти? Я хочу использовать импульсную пушку. Покажите мне ее. Ты, это оно? Это импульсная пушка. Давайте ее поставим. Перезарядка. Оп. Оп. Я этого залутал, ну спрятался. Нет. Берем, идем дальше. Так, ХП нормально. Что тут за дверь такая? Шкафчики. О, привет, мужик. О, ты их два. Ну, эй. Долго тупишь, долго тупишь. Ух ты. Огнемет. Забрать. Ой, что-то его там в заборе заколбасило мужика. Забрать. Так, хилка меня интересует. Чик, лечит себя. Идем дальше. Скрытность используется. Значит, один тут сидит, Петросян. Петросян, импульсная пушка. Может, мы перебежим? Смотри-ка, я нашел вот это вот и ракеты. Сейчас я у него ракету запущу. Ща я тебя в ракету, чувак, запущу. Где она у меня? О, это сюда. Так, перезарядка. Я на скрытности. Так, вот это сейчас его с базуки жахну. Он его не видит? Давай. Огонь. Ху-ху! Это его размазало там. Как с него теперь хоть что-то собрать? Ой. Граната. Черт, граната. Вставай. Убегай, прячься. Нога сломана. Лечит, прячься. Лечи, лечи, лечи ХПшку, лечи. Ничего себе снайпер.
150, вылечил. Так, ракета. Оружие лишь один режим удаленного оружия. Он будет скрытность использовать. Давай у этого ракетную. Запускай. Давай. А, он долго перезаряжается. Черт. Сейчас выжгу. Он друг дружку выжгут. Они друг другу друг друга выжгли. Так, надо подхилиться еще. Они друг друга выжгли. Так, хорошо. Лук. Большая аптечка. Нет боеприпасов. Вот, блин. Что будем делать? Оружие, емкость перезаряды, калибр, дистанция, минимальная дистанция 1 метр. Огнемет. Давай огнеметом будем их жарить. Огнемет, перезарядочка. Так, берем, все пока собираем, я не знаю. Забрать, тут еще эш-компьютер. А подожди, можно еще подхилиться. У меня аптечка есть, 150 хп. Тут еще какой-то чудик лежит, вот этого надо обыскать. Дороги нет. Дороги, точка, нет. Ну ладно. Ой! Стреляй, стреляй! Оп, поджог. А у него что-то было там? Просто какой-то кортик. Кортик и все. А, я не достаю до него. Прячемся. Что у меня есть такое из пулемета? О, допустим, перезарядка. Очередь. У меня, кстати, очередь. Полнобойная. Давай, блин. Четенько, а? Я с ним расправился, голубчиком. Берем все. Так, что здесь? Закрыто. Я помню, тут у меня где-то было. Загружаем. Ух ты, а что это я с гранатометом в руке? Правнуку мышки по земле здесь и будет бум. Правой кнопкой мышки. Допустим. Бум. Это я вышел с двери с этой и так жахнул по ним. Или это продолжает меня обучать? Ой, что за обстрел такой? Что происходит? Я теряю хп? Да нет, я что-то... вот же ж, тебе на этой не достает скорости, чтобы автоатаковать этого скользкого хитрого райдера. Подлови его, щелкну правой мышкой по полу у двери перед тем, как он выйдет. Правой мышки. Я постоянно просто туда клацал, да и все. И все, просто постоянно туда клацал. Игра на паузе. Так, по этому парню, чтобы выстрелить сначала в него, а не автоатаковать ближайшую цель. Давай, давай. Бум, снайперки. Бум, 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 бум. Это снайперка у меня, походу. Всех вырубил. Дороги нет. Дороги точка нет. Так, что это такое? Машина. Подними... Ремнабор. Ремонтный набор. Взял. Щелкни, отремонтируй танчик. Танчик отремонтировал. Так, хорошо. Внезапно прибегает пес. Давай сделаем его стрелком. Собаки очень умные, они могут делать кучу всего. Посадить всех в машину. Оп. Продолжение. Так, для продолжения Эш. Посадить. Опа. Посади Эш на сиденье водителя. Так, для продолжения выбери только морда. Так, что теперь? Персонажа перемести морду на сиденье стрелка. Оп. У меня собака будет стрелять. Всем сидящим в машине доступен инвентарь. Для начала открой свой инвентарь. Так, щелкни сюда. Что? Твой инвентарь. Бумц. Готово. Готово. Оружие. Щелкну. Перезарядочка. Чтобы машина поехала, необходимо выбрать водителя. Примечание. Находясь за рулем, водители могут стрелять из своего оружия. Эш. Чтобы ехать, щелкните. Поехали. Езжай сюда. Ого. Ого, войнуха. Пулемет, давай. Вали, гадов. Стреляем. Перезаряд. Ого. Вот это жесть. Вот это машина. Вот это машина. Щелкните по мине. Установите мину. Чикс. Поставил такую бомбочку себе. Щелкните по мину. Установите еще мину. Щелкните. Нет, сейчас
весь проход минами, походу, заложу. Так. Есть момент такой. Двигайтесь сюда. Бежим. Так. О, бегут. Смертники. Вот так это можно минками пользоваться. Будем знать. Для смены предмета щелкните. Так. Ага. Есть еще такая штука. Установить здесь. Бежим там, поставим. Какой-то детонатор, что ли. Щелкнуть. Еще. Здесь такую же фишечку поставить. Щелкнуть. Здесь. Куда еще? Вот тут. Давай тут. Так, щелкнуть. И тут. Кто так странно он их расстанавливает? Двигай сюда. Ну, допустим, идем в эту точку. Райдер наступает. Щелкни по взорвать над взрывчаткой, когда райдеры будут близко. Не щелкай по самой взрывчатке, иначе персонаж побежит ее обезвреживать. Так, щелкни по взорвать. По взорвать. Удар. Лежит. Бум. Ну, вроде у меня получается. А я по самой взрывчатке. А, по самой взрывчатке и повзорвать. Все, вижу, где бум. Троих жахнуло. Там еще кто-то будет бежать. А не, глава пройдена, все. Так, а что теперь? Разозленные райдеры бросаются на минера и получают отвал башки. Нажми на кнопку, чтобы узнать больше. Взорвать все бомбы. Сразу. Так. Понятно. Понятно. Глава пройдена. Так, интересненько. Щелкните по мини, чтобы попытаться обзредить ее. Так, подходим. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ловушка обезврежена. Беру с собой. Теперь мина твоя. Установите ее повторно. Щелкнуть. Поставить. Так. Далее что? Просто поставил. Так. Правой кнопкой мышки по мини, чтобы расхреначить ее. Давай вперед. Правой кнопкой мышки, чтобы ее разбить. Оу! Не очень обдуманная была идея. Щелкните правую кнопку мышки по мини, чтобы расхерачить и выстрелить в нее. Бум. По мини. Можно стрелять, чтобы ее обезвредить. Ну, логично. Глава пройдена. Так. О, это мне больше всего понравилось. Езжай к аванпосту и убей всех райдеров по пути. И-ха-ха. Муха-ха. Хорошо, что не муха-ха. Так, езжай сюда. Ну что, поехали чуть приближе. Мы едем, едем, едем. А нельзя их лутать сразу же? Нет. Хотя, я не могу это делать, пока я нахожусь в машине. Понятно вам? Сюда атакуем, атакуем. Сюда. Едем, едем. А куда мне нужно добраться? Подождите-ка, я тут забуксовал. Едем, едем, едем. О, там еще один чудик. Стреляй. Назад. Можно назад сдать. Так, едем. Что-то сюда давай. Как хочешь, туда доезжай. Че забуксовал? Давай едь. Забор мешает. Так, кто там еще? Есть кто-то? Желающий отведать моего свинца. Свинца. Ой, езжай сюда. Какие-то ворота закрыты. Нам это не нравится, конечно. Высади всех бойцов из машины, нажми кнопку выхода. Альтернатива, удерживай альт, щелкни по земле. Выйти из машины, допустим. Морда. Выйти из машины. Так, глава пройдена. Я всех высадил. Так, shift, чтобы заглянуть внутрь здания. А теперь удерживай клавишу в течение 3 секунд. Раз, два, три. Понятно. Так, отлично. Продолжай держать shift, чтобы прокручивать колесо мыши вверх-вниз, чтобы увидеть уровни выше и ниже себя. Попробуй. Пункт. Это подземелье, что ли? Это выше. Это ниже было. Ага. Ну, как-то понял вроде. Продолжай удерживать shift, прокрути колесо мыши вниз и щелкни внутри подвала, чтобы отправить туда персонажа. Shift.
колесо мыши вниз. Оп. Двигай сюда, в подвал. Как он туда добежит? Через какие отверстия? Ага, вот дыркой было. Даже знаю, куда бежать им. Теперь то же самое, но вверх. Продолжаю, удерживая Shift, прокрути колесо мыши вверх один раз и щелкни по первому уровню, чтобы отправиться туда. Так, этот сюда. Подожди. Оп, сюда. Поп-поп-поп-поп-поп-поп. Прибежал. Глава пройдена. Пока что у меня неплохо получается вроде бы. Щелкните по лестнице, чтобы подняться. Можно просто щелкнуть по полу наверху. Так, вот пушка есть, смотри. Я себе ее захоботил. Так, что тут? Наведи на райдера мышью. Под указателем отобразится шанс попасть по нему процента. Примечание, это не его здоровье, а шанс попасть по нему. Шанс попадания зависит от оружия, параметров дистанции, положения и так далее. Continue. Шанс попадания в этот райдера ниже 33%, поэтому твой персонаж даже и пытаться не будет. Присядь, чтобы повысить точность. Присесть. Присев, ты повышаешь свою точность, к тому же тебя будет сложнее подстрелить. Но ты также существенно ограничиваешь свою мобильность. Присел такой. Чикс и бахнул по райдеру. Тут все просто. Так, что дальше? Щелкни по ремнабору. Щелкнул. Начни какой-то робот. Идем его чинить. Ремонтируем. Активируй навык ремонта. Щелкнуть. Опа. Какая-то стенка. Зачем нам стенку? Ремонтируем. И что, она восстановится, более прочной станет. Типа защитная баррикада. Угу. Нажми баррикадный набор. Подними баррикадный набор. Щелкни по баррикаде. Разместить. Вот здесь именно, удерживай правую кнопку мышки, перемещай мышь влево и вправо, удерживай правую кнопку мышки, перемещай мышь влево и вправо для вращения баррикады, чтобы построить. Так, ага, вот так можно крутить ее. Жук-жук-жук. Тут у нас просто проход, и нам нужно сюда ее поставить, я так понял. А где там? Ну тут как-то без разницы, наверное. Вот так, главное поставить ее. О, установил, строит. Отлично. Преграду сделали. Так, что-то там накручивает. Что такое? Подними размещаемую турель. Пробуем. Турелька. Щелкни по турели. Щелкни левой кнопкой мышки, чтобы строить. Турели оснащают разными сочетаниями оружия. А куда мне ее поставить именно? Без разницы? Чтобы... Shift... О, также, вот когда, где она будет стрелять? Ну вот тут. Пускай тут и стреляет. Это хорошая позиция, мне кажется. Неверное положение, направление. Попробуйте еще раз. Как можно точнее совмести положение и направление с намеченным. Строй здесь. Понял. Строй здесь турельку. А я же там поднял ее только что, я не понял. Что это уже, она что-то и стояла. Ну ладно. Допустим, тут мы ее ставим. Хорошо. Поставил. Глава пройдена. Она меня будет нападать? Я же тут турели усердно строю. Так, веселье начинается. После нажатия, понятно, дальше у тебя будет 2 минуты на подготовку обороны. Затем райдеры пойдут в атаку. Не переживай, 2 минуты хватит с головой. Примени все полученные знания на практике. Загляни в инвентарь. Там тебя ждет пара крутых штук. Запомни, 12,7 мм снайперка на ближней дистанции полный отстой. Если они подберутся близко пути, впусти в ход огнемет. Подними и размести турель и баррикаду. Не забывай их чинить, если, конечно, оно тебе надо. Установи несколько мин и зарядов С4. Найди удобную для тебя позицию. Соратник тебе поможет. Насколько это способен тупой, управляемый компьютером боец. Чтобы увидеть подсказки, наведи указатель H на любой момент интерфейса. Для просмотра клавиши нажимай букву H. Хорошо. Значит, где там мои мины были? О, минка. Вот здесь, по любасу одну. На входе, да? Так, еще одну давайте поставим. Пускай будет 2. Или, подожди. А это у нас что такое? Я уже забыл. Минку вот тут, миночку. А минку вот здесь. Значит, буду нападать. Сейчас тут все заминируем конкретно. 2 минка. 3 минка. Ну и тут можно где-то с краечку. Сколько у меня их еще? 2?
Так, баррикада, тут забор, тут все под контролем, под контролем. Еще у меня там же другого типа мины остались. 8 таких, которые взрываются по моей команде. Тут вообще сейчас можно все заминировать. Они вообще ничего не... Это что такое вообще? Что это такое? Это ремонтный наборчик. Понял. О! Ты что сделал? Ой. Ремонтирую ее. Я в нее из своей пушки стрельнул случайно. По-моему. Не надо этого делать больше. Не надо, не надо. Так, тут если баррикаду пробьют... Так, а это что такое? Вылечить, лечение, гранаты, с ноги бахать. Перезарядку оформил. Открыть огонь. Готовься. А у меня времени не очень много. У меня время пропадает. Так, баррикада есть. Минок, минок, побольше минок. А где мы будем сами ныкаться? На крышу может стать? Со снайперки гасить? Вариант интересный. Через 18 секунд начало сражения. Так, мин я наставил. Я могу попытаться наверх залезть. Металлическая лестница. Через 8 секунд вот нападают на меня. А, тут встать сюда, развернуться. Присесть. Ну и все. Рейдеры атакуют. О, я там уже гашу их, по-моему. Вот они лезут. А я себе занял точку. О, бум! Сразу две минки, по-моему, взорвалось. Так, один тут соратник. Тут у меня стоит это. А я турельки не... Подождите-ка, взорвать все. Не надо что взорвать. Я сверху со снайперки нормально себе занял позицию, отстреливаюсь. Бум, бум. Кто будет их лутать потом всех? Все? Это все нападение ваше? Это все, на что вы способны? Отбиваемся, отбиваемся. Опа, оп, 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 оп. Если что, тут взорву. А почему этот соратник никак не активничает? Эш, эш, эш. А что ты не перезаряжаешь оружие свое? Перезарядка. Опа, соратник тоже немножко стреливает. Отлично, немножко огонь идет. Это меня уже радует. Что такое? Волна вторая. А, как тут турельки эти все ставить? Инвентарь. У меня есть тут еще этот, что у меня есть? Это ремнабор. Самих турелей я не вижу. Снайперка мне отлично помогает. Это урон 12,7 мм для снайперской винтовки. У меня их полно. 35 патронов. Я думаю, 35 человек на меня нападать сейчас не будут. Огнеметная импульсная турель. А ее нужно поднять. А у меня 9 секунд осталось. А куда мы ее поставим? Ой, так вставай, вставай, быстрее, быстрее. Надо ее поднять, наверное. Оп. И разместить. Давай сюда, иди ставим. Сами отходим. Так, идем на крышу. Все, я отбил первое нападение. Там присядь, присядь там сверху себе. Увеличь точность стрельбы. А ну-ка, это работает все нормально. Импульсная пушка, огнеметная турель. Надо ее подлатать. Идем ее чинить. Оу, нифига себе рвануло. Поздно, батюшка. Давай это, с этого вали. Огнеметная штучка моя. Кажется, я провалил задание. Забрать все. Вали, гадов. Что-то перезарядка долго работает. Так, кажется, волна сейчас будет еще одна. Что-то мне тут не очень хорошо все рвануло. Фух. Я могу только... А если ремонтировать? Нельзя отремонтировать. Этот живой? Живой, тут одна минка еще у меня есть. Так, а я не могу? Пусто. Одиночный, пусто. Почему он так долго их перезаряжает? Так, мы тут станем, значит. Тут много всяких. Может, у этих можно патронов намутить? Сколько там до нападения? Одна секунда. О, они тут с такими-то непонятными оружиями на меня нападают. Дикари. Так, баррикады. Назад, назад, назад. Присели. Снайперки, вали. Назад, назад, назад. Подъем. Огнет, на огнемет. Отбился. ХП. Надо хилиться, хилиться. Лечит, лечит, лечит. Хорошо. С огнемета их. Вали. Назад, назад, назад. Хилиться, хилиться, хилиться. Лечит, лечит, мед. Засекли. Так. Присесть, присесть. Гранаты. Сюда, гранаты. О, и себя, кажется, вырубил. Нет, я еще живу. Вставай, 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 вставай. Голова провалена. Перезапускаем. Открыть огонь. Со снайперки начнем.
Сидим и атакуем. Все, пошла, последняя волна, самая сложная. Бам-бам-бам-барам-бам. Что-то они не сильно спешат ко мне. Ой, гранату. На, туда гранату. Что это? Огнемет. Выжигаю пока что огнеметом. Немножко меня коцают, смотрю. Немножко меня бьют. Они гранатами кидают. Блин, надо сюда, наверное, бежать. Или я выжил. Ой, хилиться надо срочно. Поднял хп. Ай, автоматик, автоматик. Сюда, лучше вот так. Ой, зачем я хилку нажал? Перезарядка одиночная. Давай, стреляй, стреляй. Бум. Бум. Ой, гранаты кинули. Ага, такой. Так, хилку. Бум. Все, норм. А там что? Они ко мне ползут, гады. Ползут, ползут, ползут и ползут. Ой, живучий. Хилку нажал. Давай, давай, вали же. Ну-ну-ну, живи, живи. Надо контролировать процесс хилочки. Всех позбивал, господи. 28 секунд. Волна последняя сейчас будет. Значит, пусто. Блин. А чем же их валить-то? Чем же их валить? Надо отсюда уже сваливать, наверное. Так, во-первых, надо вылезти. А, во-вторых, надо сюда Да вставай, вставай, вставай. Беги с этой своей пушкой. А, мне нужно снайперку, наверное. Снайперка уже не так работает. А может, с гранатомета их валить? Снайперки. Пусто. О, снайперка есть. Так, надо как-то их забатить на эти вот 6 секунд. На бомбы, чтобы наступали мои. Вот здесь сяду. Перезарядить эту штуку еще. И плюс гранаты у меня есть, точно. Присесть. Гранату, гранату, гранату. Да, давай. Еще гранату. Кто кричит там? Кто-то кричит, не знаю. Снайперку давай. Вали с снайперки. Кто там, где там? Я не знаю. И че? Фу, боже ты мой. Обучение завершено. Можешь смело участвовать в онлайновом веселье. И если кажется, что рановато, всегда можно пройти обучение еще раз. Также можешь смотреть видео на нашем официальном канале Dustwind или сыграть в кампанию одиночного режима. Окей, хочешь глянуть видео с крутыми советами по бою? Пока что не хочу. Одиночная игра во второй серии будет, а на сегодня заканчиваем. Увидимся в следующем видеоролике. С вами был Ниломоп. Эта игра была Dustwind. Какой там пыльный ветер. Все, всем пока-пока.